Здравствуйте! В студии Наталья Григорьева. Сегодня в Люберецком районе стартовали выборы в Госдуму и Мособлдуму. 135 избирательных участков открылись в 8 часов утра. Они будут работать до 8 часов вечера. Каждый избиратель получит для голосования 4 бюллетеня, 2 по выборам в Государственную Думу России и 2 по выборам депутатов в Московскую областную думу. По Люберецкому одномандатному округу номер 121 зарегистрированы 10 кандидатов в Нижнюю палату российского парламента, и 12 человек претендуют на место в Думе Московской области. В партийных списках числится 14 партий, которые борются за право занять места в Государственной Думе, и 13 в Московской областной Думе. Кроме того, сегодня в районе работают 858 наблюдателей, в том числе от ОБСЕ. На избирательных участках работают съемочные группы ЛРТ. У нас уже есть первый материал. Люберецкий городской жилищный трест. Избирательный участок 1454. Здесь голосуют люберчане, проживающие на поселке Калинина и в части домов по Октябрьскому проспекту. По сообщению председателя участковой комиссии, голосование идет активно. Надо Государственную Думу немножко, чтобы было побольше партий различных, чтобы разные точки зрения высказывались, так принимались объективные решения, которые действительно отражали бы мнение большинства.